если кто пойдет посещать, я ее называю лестница в небо, стеклянные полы, гостиница, название там фигурирует. Советую зайти, так же, как нам советовал свой человек в Бангкоке, Дмитрий Кужаров, посетить, недалеко там находится особняк Сатаро. Внутрь, я не знаю, можно будет ли зайти или нет. Говорят, очень дорогой и ресторан, и само заведение. Но мы попытаемся. Нам дали добро зайти, немножко поснимать, не тревожа никого. Это вот у них, я так подразумеваю, курительные или барные, кому как угодно. Через проход сам непосредственно ресторан, в котором постоять, скушают, ну, наверное, могут зайти с улицы люди. Если, конечно, это им по карману. Но пока тут никого нету. Это вот небольшой дворик. Внутри самого дома. Скоро, конечно, очень красивая. Я бы даже сказал, сбитая фраза, сейчас так не строят. Конечно, все это очень красиво смотрится по отношению, когда рядом находится монстры, небоскребы. Вот что самое интересное в этом всем, строились, окружают его вот 4 больших небоскреба. Я как бы не заметил, чтобы на старом здании были какие-то трещины непосредственно. Ну, сами знаете, что при строительстве вот сейчас обычно бывает. Oh,